Приветствую, мы снова на западе Москвы, но теперь в районе Дорогомилова. И здесь от Кутузовского проспекта до Студенческой улицы проходит небольшой Кутузовский переулок. Рядом находится метро Кутузовская, Москва-река и железная дорога киевского направления недалеко от Киевского вокзала. Переулок двусторонний, движение автомобильного транспорта в одной полосе в каждом направлении. И длина его составляет всего около 250 метров. Назван был еще в 1912 году, хотя по некоторым данным в 1925 году. Побольше в Кутузовской слободе, которая здесь находилась и, в общем, по территории которой он проходит. И все, что здесь числится в этом переулке, это единственный жилой дом, пятиэтажный под номером 3, построенный в 1658 году. Больше ничего. Все остальные дома, которые находятся в переулке, а в него, конечно, выходит несколько зданий, они числятся по соседним улицам. Ну, прежде всего, по Кутузовскому проспекту и по Студенческой улице. Вот. Ну, ничего тут интересного, в принципе, нету. Поэтому, наверное, специально на этот переулок смысла приезжать нет. Ну, если будете на Кутузовском проспекте, можете сюда заглянуть. Ну, а идти сюда лучше от метро Кутузовской пешком через Кутузовский проспект. Общественный транспорт по переулку не проезжает. Приятных прогулок и до новых встреч на улице.